Yeah.
Красному углу ринга отдыхает Андрей Кулебин. Боевое имя Пуля. Off the ring is Andrei Kulebin. His nickname is Bullet. 84-го года рождения. Представляет клуб Единая Русь Москва. He was born in 1984. He's from United Russ Club. Трехкратный чемпион мира в Таиланде среди любителей по майтай, трехкратный чемпион мира по кикбоксингу среди любителей. Любительский боев 115, 110 одержал победу. 46 побед нокаутом. He's two-time World Pro Champion WKN, European Pro Champion WKN, two-time World Pro Champion WMC, two-time I-1 Grand Prix Champion. Профессиональные титулы, двукратный чемпион мира среди профессионалов по версии ВКН, чемпион Европы среди профессионалов по версии ВКН, двукратный чемпион мира среди профессионалов по версии ВМЗ, двукратный победитель Гран-при и один в Гонконге. Профессиональный боев 27, в 25 одержал победу, 17 побед нокаутом. He had 27 cards, he won 24, with knockout 17. Oh, out. Итак, второй раунд. Thank you.
Впереди четвертый раунд этого напряженного поединка. Итак, еще несколько слов об Андрее Кулебине. В Таиланде провел 20 боев, 19 одержал победу, из них 8 побед нокаутом. Любимая техника – работа коленями и локтями. Рост 1,76 м, вес 64 килограмма. Студент Государственного университета физической культуры. Семейное положение – жена. Андрей Кулебин had 20 fights in Thailand, he won 19. With knockout 8. His favorite fight technique is knee and elbow. His height is 1 meter and 76 centimeters, and his weight is 64 kilograms. His profession is student of sports academy. Married. Allez, go! Hey!
Voilà, donc, Mila, tu vas faire un peu. Vas-y, Mila, tu vas voir. Mila, Такой же четвертый раунд и впереди последний. Последний напряженный пятый раунд этого поединка. В тайландском боксе наиболее ценится техника работы коленями и клинч. Это визитная карточка тайского бокса. То, что самое трудное, требует колоссальной выносливости и стойкости. Работа в клинче – это лучшее, что умеют тайбоксеры, представители королевства Таиланд. Мы у них этому только учимся. Причем, надо сказать, что Андрей Кулевин свой бой за титул чемпиона мира среди профессионалов в Таиланде в 2005 году проводил на площади перед Королевским дворцом. 200 тысяч зрителей присутствовало тогда на площади, и Андрей этот поединок не выиграл. Его соперник, который жил и тренировался 6 лет в Таиланде, одержал победу благодаря технике клинча. Два первых раунда были за Андреем, затем был навязан жесткий клинч, и Андрей уступил в этом раунде поединке. После тренировок в Таиланде и проведенного учебно-тренировочного сбора с лучшими бойцами Королевства Таиланд, они снова встретились через полгода на Гран-при и один в Гонконге. И тогда Андрей одержал убедительную победу и стал чемпионом мира среди профессионалов по олимпийской версии. Итак, впереди пятый раунд. Заключительный раунд этого поединка. Андрей Кулемин и Маус Гулаима. Сейчас мы узнаем по решению многих судей,
тоже в этом бою одержал победу. Майлз Гоуэйма поклонился бойцу из России Андрею Кулибину, поблагодарил за прекрасный поединок, поступок достойный настоящего мужчины. И мы приветствуем нашего гостя из Франции, Майлз Гоуэйма. Бойцы на середину, единогласным решением судей, победу в этом бою одержал Андрей Кулибин. Бойцов награждает президент Ассоциации каскадеров России, замечательный актер Александр Иксаков. Внимание, зрители! Специально для вас, в связи с поздним окончанием боев, сделаны специальные маршруты автобусов, которые будут ходить, начиная с 1:30. Так что не волнуйтесь, домой вы доберетесь нормально. Александр Иншаков вручает кубок Андрею Кулибину и Майлз Гоуэйма. Замечательный поединок, два замечательных бойца. Чемпион мира и чемпион Европы.